Всем привет, дорогие подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. Сегодня я продолжаю, убиваем боссов Террарии, убивать, то есть. И с какого же босса мы начнем? Сегодня мы будем убивать босса Стенку Плоти. Так, для этого нам понадобится кукла гида. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Для начала мне надо ее найти. Так. По-моему, сюда я ее ложил куда-то. Так, если я помню, то я, по-моему, у строителя оставляла. Блин, куда же я ее дел? Так. Ладно, поищем еще. Здесь может кукла гида, ты где? Ну вы уже, наверное, знаете, как она выглядит, кто играет в Террарию. И много знает о Террарии. Кукла гида выпадает с демона, архидемон, или как, называется демон Вуду. Гида, по-моему, так называется. Я уже давно убивал этого демона, поэтому очень плохо знаю, как его зовут. Поэтому не обессудьте. Так, сейчас будем летать по сундукам. Это даже открываться не хочет. А ты? Ну-ка, смотрим сюда. Так, я не понял, где же моя эта кукла? Только абордажная сабля. По-моему, если я помню, то я ее куда-то в водяной сундук положил. Только точно не помню, какой. Так, попытаемся найти. Нет. Куда же я положил? Может, здесь? Да что ж сундуки не открываются? Нет, этот сундук уже открывали. И тут нету. Странно. Тут тоже нету. Куда же есть вещи складываю? Ну что ж. Думаю, продолжу, когда найду. Итак, я продолжаю. Наконец-то я нашел этот куклу Вуда, гида. И вот она выглядит. Надеюсь, вам видно. Кукла Вуда, гида расходуется. Можно надеть, это ужасный человек. Точка. Что же, думаю, давайте пойдем в ад. Конечно же, кто не знает, как его призвать. Нужно бежать в ад. Поэтому сейчас мы быстренько доберемся до ада. Так. Все, сделаю, чтобы было видно. И мне, чтобы было видно. Так. Как видите, у меня крылья летучей мыши есть. Крафтятся они. Из, конечно же, сломанного крыла летучей мыши. Так, сейчас мы найдем ад. Просто, наверное, прокопаем вниз. Там же больше другого выбора не остается.
Так, быстренько прокопаем. Опа, сундук. Ну, для меня это уже бред полный. Ну, сундук. Я все время беру сундук с собой. Опа, что это такое? А, это пауки. Вот. Так, давайте сейчас копнем. Так, это грибная корова какая-то уже на нас нападает. Нас встречает. О, это пещера ящеров, где, конечно же, голема призывать. Так. Ну ладно, придется копать вниз. Так, вот мы прокопали. Естественно, в ад. И сейчас мы будем вызывать этого стенку плоти эту. Так, в принципе, сейчас бы не упасть, если... А-а-а! What the hell? Неудобно играть. Сейчас прокопаем еще вниз, чтобы провалиться вообще в ад. Так. Так, копаем, копаем. И тут у нас лава. Так. Ай, опять я горю, бомблю. Где же этот ад? Вот. Ну, ура, наконец-то мы его нашли. Я этому очень рад. Так, ну, собственно, вот, как видите, демоны нападают на нас уже. Вот и таких демонов и надо убивать, только их не архидемонами звать будут, а будут звать... Как их будут звать? Будут звать демоны Вуду. Так и будет называться. И, по-моему, гида еще. Вот написано. Демон Вуду Гида. Так. Правда, надо еще подготовиться, чтобы в лаве не гореть. Вот так вот блоки сделать. Так, отскользнуть мышь не мешает. Демон еще один. Так. Так. Оп. Ай-яй-яй. Нет. Да ладно, я что, сейчас умру, что ли? Нет, спасибо. Срочно зелье надо принять. Пацаны, зелье есть. А если найду? Так, зелий у нас нет, отлично. Мы можем сейчас умереть. Поэтому надо не умирать. А, отстань, отстань, отстань. Может, вам видно, может, нет. Я не вижу отсюда, правда. Так, костяной червь. Так, иди. Так, ты тоже уйди, не мешай. Мешок с добром. Давайте откроем, надеюсь, нам выпадет костюм какой-нибудь прикольный. Надеюсь на это. Ползуна? Что? Да ладно. Это же крипер. Вау.
кто не играл в Майнкрафт, не знает такого персонажа. Тут, походу, называется ползун. Ну, я буду называть крипер. Итак, что же, начнем. Будем ждать стенку плоти. Надеюсь, она стоит. Вот она. И вот, как видите, это она. Нам надо ее убить. Надеюсь, она сама нас не убьет. Сложный режим. Да ладно, что это такое? Что, я победил? Это и все? Да ладно. Так легко. Да не поверю. Вы победили босса. Да, есть. Наконец-то мы его победили. Так, что нам дали? Пылки. Так, заткнись. Так, смотрим, что нам дали. Нам дали лазерную винтовку на 30 урона магического. И больше, похоже... О, пылки святой молот. Ну, все как обычно. Демонитовые кирпичи, конечно же, ломаем. Ну что ж, думаю, на этом я закончу серию. Серия вышла довольно долгой, надеюсь, вам понравится. Если так, то поставьте мне палец вверх. Подпишитесь на мой канал. Все будет в описании под видео. Так, демон, не мешай. Ну что ж, вступайте в мои группы ВКонтакте. Все будет в описании под видео, так что добавляйте мне в Скайпе, ВКонтакте. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока!